Сегодня прокуроры и адвокаты Михаила Старцева вновь занимались допросом свидетелей. Их должно было быть двое, но одна из свидетельниц на заседание не явилась. Поэтому на все вопросы сторон отвечал работник заведения, бармен, который в ту роковую ночь оказался на месте событий. Напомним, в июле 2020 года на Старом базаре произошла потасовка, в результате которой погиб Павел Рохлов. В ту ночь, когда произошла драка, свидетель оказался на месте событий, и вот что он рассказал. Мы уже начали готовиться к закрытию, потом появился инвалид. У него в руках была палка, он махал ею в сторону подсудимого. Рядом с подсудимым было две девушки, одну из них инвалид задел. Я отвлекся, чтобы вызвать полицию, а потом услышал крик со стороны. Вижу, лежит человек на земле, а рядом люди. Этот свидетель вызвал полицию уже тогда, когда началась драка между Рохловым и Старцевым. И, возможно, трагические события можно было бы избежать, если бы потасовка не была такой стремительной. Мы пробовали говорить с адвокатами Старцева, но на камеру говорить они с нами отказались. Хотя не на камеру, сказали, что контактировать со СМИ готовы. На следующем заседании продолжится допрос свидетелей. Добавим, что Старцеву грозит до 15 лет лишения свободы. Анара Шагирова, Николай Шилко. День с толком.